нашому нічному клубі «Рожева пантера». Хочу вам представити Надія Осадча. Що ти там кажеш? От уже ж цей карантин, та зніми вже ж цю маску нарешті. Я бачу, ти дівчина ризикова, без маски вийшла. До речі, Наталя Осадча, вітайте. Ой, ти знаєш, що мені так хочеться? Мені взагалі стільки всього хочеться. А не можна, бо карантин. Ах, тоді хоч пісні про бажання послухаємо. Пицца власти.
дівчиночка я буду. Мама, учиться буду на одній п'ятерці. І скоро дешлую лічку. Ребенка, хочу я братика или сестерку. Подружка, девочка я буду. Мама, учиться буду на одній п'ятерці. І скоро дешлую лічку. Ребенка, хочу я братика или сестерку. Хочу я братика или сестерку. Я не такая, бум-бум, я бум-бум.
Іначе трамвай. А мама, бабуля, за що вже всім говорю я? Бум-бум-є, бум-бум-я не така. Бум-бум-є, бум-бум-я жду трамвай. Бум-бум-є, бум-бум-я не така. Бум-бум-є, бум-бум-я жду трамвай. Чат, 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 покинула чат.
значит, не там мы наедине. Шума вдохни кассет, обратный билет. Молча уйти, так будет проще всем. Так, что глубоко, рядом нужен человек. Но бывает так, что одиноки лучше всех. Так, что глубоко, рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки все.
хочу тебе сказать, наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно. И почему так грустно? Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно. И почему так грустно? Теперь не могу прожить и дня, это перегруз, это перегруз. Но почему переключиться совсем не могу? Просто тону, иду я ко дну, хочу лишь тебя одного. Но почему? Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно. И почему так грустно? Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно. И почему так грустно? Вибляба.
зустрічати та чомусь малося, та до сили тільки вимовити. А! Очі нужна любить, я твоя маленька, я дівочка.
кому не расскажу. Давай полетаем, что ли, а на карту, что ли, только дождь от конфеты. Давай прогуляем школу и закажем школы кучу счастья на десерт. Говорю же, это просто леденцы, никакие не звезды. Наберу в карманы горстки только, не рассказывай взрослым. Подышали будем сколько захотим, только не было сами. Обещаем, мы вернемся к девяти, что понятно вдали. Одна лишь все мечты, и сладкие на вкус. И ты, и выше неба, ты не улыбнись, я улыбнусь в ответ. Давай полетаем, что ли, это так легко ли, не волнуйся. Ягода, малинка, о-о-о, короче.
умієш запалювати світло в собі. О, диви, 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 як це робиться. Отак робиш. Так, з нашими тарифами на комуналку ми теж скоро будемо опалення, воду та світло в собі запалювати. Мені ти пальош, лучше ти не найдеш.
сиреника. И цвета пламинга плывут облака. Я уже вина, мама, я танцую, подхожу, бацую, папа.
нового локдауну хочуть вводити. О, ні. Поставлена всю соседи не спят, кто под нами внизу.
Я хочу хорошее наедине, зачем ты подгремит? Мы снова не спим, пока весь город спит, и я знаю одно. Наш день летит, просто обещай, не грустить и улыбнись. Никогда не забывай, и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать, и скучаться блеском глаз. Будет все, но пока, давай как в последний раз. Лук поставим на всю, все соседи не спят, кто по нами. Пою тебе, а мы другие.
рожева пантера шукає натхнення у всьому і намагається співати всюди. Приймає душ і співають. Готуються до контрольної і співають. Ідуть до школи і співають. Чекають на послаблення карантину і чекають, і чекають, і чекають.
варто. Він може більше не прийти. Сказала я, ніхто про те не знає. Він зливою чи вітром пролетить. Шаблонов чувства фраз, дрожь по телу от постели ты.
Мои глаза тебе все скажут, а тебя меня так мажет. Не будет все, как мы хотели, чувствуй вон мой твой. Пусть горит моя душа, хочу, чтоб до утра, а может даже дольше, а может навсегда. Горит моя душа, ни ночи, ни три дня, а может даже больше, а может никогда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, а может даже больше, а может никогда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, а может даже дольше, а может никогда. Опускай руки твои ниже, полите, полите, моя. Ты по телу мне дыханием пишешь, под постом, где постели, путались под простынями, мыслями коснись губами, мы с тобой не знаем сами. Какой огонь мы разжигаем, лишь восставшись мы узнаем, мы закрытыми глазами. Чувствуй под мой двор, пусть горит моя душа, хочу, чтоб до утра, а может даже дольше, а может навсегда. Горит моя душа, ни ночи, ни дня, а может даже больше, а может никогда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, а может даже дольше, а может навсегда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, а может даже больше, а может никогда. А может даже больше, а может никогда. А может даже больше, а может никогда. А может даже больше. Oh, I never seen anybody do the things you do me.
А ты тебя сломанный рот с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Нас уже соседний вагон, я теряю все от колеса. Помнишь, пока меня босиком, ты побинал трекон, где-то далеко. Некрасивих дівчат. Тільки сьогодні і тільки для вас. Очень дорого. Special for you. Зустрічайте! Просто, что надо, что другой. И что только ручей случайно не пришлось. Мы на круг.
тобі точно. І випивати хоча б 1,5 літра води на день. Тренуватися хоча б 3 рази на тиждень. І хоча б раз на місяць відвідувати концерт у нашому нічному клубі. І обов'язково кожен рік вітати вокальну студію «Рожева пантера» з днем народження! 26 років невтомної праці! 26 років великого натхнення! 26 років перемоги в конкурсах! 26 років щирих посмішок! 26 років оплесків! Вітаємо! Доброго вечора. Ми з вами не бачилися трішечки менше, ніж рік. Це дуже відповідально було, дівчинки, трішки тише. Боже, мої бусинки. Я дуже вдячна вам, я дуже рада, що ви сьогодні до нас завітали. Це сьогодні перший концерт у місті. Нам дозволили, я дуже щиро рада цьому. Хочу вам подякувати за ваших дітей, дітям за те, що вони в мене є. Як ви бачите, їх так і немало. І в мене є улюблений фільм, служебний роман, там говорять, ви извините, пожалуйста, может быть, я иногда буваю груба, немножко строга, но это от любви к вашим детям. Я вас очень люблю, очень благодарна. И... Ура! Ми це зробили! Дякую всім! Один, два, три. Діти, ніхто не розходиться. Маша. Thank you.
мы сделали такой маленький эксперимент, когда было 25 лет рожевой пантере. И мы сделали то, что вы увидели сегодня. То есть за год был сделан такой, знаете, большой прогресс. И в этом, конечно, большую роль сыграла фортепиано. Поэтому тебе здоровья, удачи и новых творческих успехов. Спасибо. Я перейду на русский язык, можно? Я очень рада, что у меня появился еще один такой коллектив девочек моих, очень взрослых. Но они мои, это мои перлинки, я вас очень люблю. Спасибо, моя. И отныне мы будем теперь вместе, да, делать концерты с нашими девочками. Спасибо огромное. Никто никуда не расходится, для вас есть сюрприз. Но как на день рождения всегда что-то дают, да? Да, да. Дима. А ще я хочу подякувати Наташа Осадча і Надя Осадча, де вони мої? Квіточки. Якби б не вони, мабуть, би цього нічого не случилось, тому що я би сама не змогла. Поаплодируйте їм, будь ласка. І це від нас. Сьогодні останній день зими, а завтра вже весна. Ура, наконец-то! Спасибо. Дима, отдельно спасибо тебе, Денису, Коле и всему-всему палацу, Надя, Марина, вам тоже большое спасибо. Олечка, все, кто принял и принимает, и будет принимать, огромное спасибо. Без вас меня бы не было, без ваших детей. Ну, палаце радісно, і нема не талановитих дітей, вони просто або не в нас, або ще й не дійшли. Дякую вам всім дуже. В березні наступний концерт. Чекаємо.